Расскажи, на какое кино ты сегодня пришел? Если честно, название фильма даже не знаю. На какое кино вы сегодня пришли? А какой сегодня? Сегодня комедия же, да, там? На какое кино пришли? Что ожидаете от фильма? Не догадываюсь. Какой у него возрастной рейтинг? Без трудно, название. А страна-производитель? Название. Что еще снял режиссер? Вот мы этот вопрос. Это третий бокал, ты хочешь драки? Я пришел на веселую комедию. Как она называется? «Без тормозов». О, вот ты единственный, у кого я спрашиваю, кто знает, как называется комедия. Ребята, чтобы вы понимали масштабы щедрости киноафиши «Инфо», на их показах вот такие порции. Вот человек съел вот такой высоты. Вот представляете, вот такая была горка. Горка чего ты съел, дружище? Пицца. Как ты оказался здесь? Я попал сюда через друга. Формулировка вообще интересная. Попал через друга. Это точно. Это как в шоу-бизнес через постель, в кино через друга? Ну, можно и так сказать. Сколько билетов уже продали сегодня? Продали ни одного, все раздаем бесплатно. Так себе бизнес-модель. Ну, это не бизнес, это все же по любви. Какой же бизнес? Вы грозите посильнее. Поехали. Раз и два. Вот почему у тебя жены нет, братан, потому что ты обманываешь девчонок. Что вы ожидаете от фильма? Ну, я не знаю, чего-нибудь буду ожидать. Тогда я вам чего-нибудь желаю. Вот такой человек у вас желает. Заходите, добро пожаловать на нашу премьеру. Кто у тебя укусил вот это, а после кого получается? Так какая-то муха укусила, теперь я стал вот таким вот. Как его зовут? Микки. Сколько ему лет? 8 месяцев. Микки, привет. Такой он жесткий. Ау! 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 Твою мать! Микки! Дай 5 еще раз. Дай 5. Вот, молодец. Все. Давайте какие-то классные пожелания в адрес киноафиши «Инфо» на следующий год. Ну, очень хочется продолжать ходить на пресс-показы, потому что отличная организация. Потому что кризис, и просто так кризис, денег уже на билеты, да, нету. И выпить можно. И поесть. Сумасшедший автомобиль не желает останавливаться и уже стал причиной многочисленных аварий на трассе. Что-то врезались! Нет, никого не задели, не задели! Как вам фильм, который вы только что посмотрели? Замечательный фильм, комедия, катастрофа. Ужасный фильм, похожий на российскую комедию. Только хуже в раза в 6. Да-да-да, вот на французский манер. Понравилось ли вам кино? Вообще, круто очень. Вот. Обязательно еще раз пойдем. Чем вы занимаетесь по жизни? Машины продаю. Вот. Ну, фильм достаточно с плоским юмором такой, кошмарный. Молодец. Бесплатный сыр, мышеловки. Я выиграла просто билет, это было ужасно. Мне понравился фильм такой, интересный очень. Достойный фильм, веселый. Всем советую. Достойный сожжения? Очаровательный фильм, очень смешной, нам очень понравилось. А теперь правду? Правда, правда, очень хороший фильм, смешной. Серьезно? Моментами страшно, но нам понравилось, и правда. Святые. Было смешно это. Оказывается, это не купленные люди ставят хорошие оценки таким фильмам. Что правда так. Нет, это ваш автомобиль? Это в кадре? Не мой автомобиль в кадре. Это Андрея, знаменитого Андрея, суперфотокорреспондента Кириллова. Поэтому он самый-самый хитрый из всех фотокорреспондентов и Франции, и России. Это вам шапка, что говорит, приказывает делать? Мое мнение, секундочку. Хорошее кино, конечно же, если вам нужно почиститься как-то, вот токсины выгнать из организма. Это то самое кино. Просто вот я хлебнул какой-то дряни. Без тормозов. Без фантазии. С ужаснейшим сюжетом. Дебил попадает в дебильные ситуации. Это не смешно. Это очень грустно, на мой взгляд. Но, так или иначе, этот фильм имеет право на жизнь. Вы видели, действительно, люди выходили абсолютно живые, вменяемые. Им понравилось это кино. Значит, просто у нас разные вкусы. Поэтому идите в кино и составляйте свое собственное мнение. Ваше мнение нам очень важно узнать, прочитать на сайте киноафиша.инфо. Пока!